Неволи пишет: «В общем, мне слили видео с девушкой, которая перешла мне дорогу. Девчонки, я же странная, не надо мне делать плохо. Знаете, куда я отправлю это видео? Ее матери». Всем привет! Сегодня у нас инстаграм-блогер, который научит вас работать менеджером у блогеров или дизайнером. Это Неволи, и у нее почти 500 тысяч подписчиков в инстаграм. За полгода ее блог вырос в 10 раз, Неволи вливает огромные деньги в рекламу своего профиля, закупает по несколько реклам в день у разных блогеров. Она много путешествует, знакомится с парнями в Тиндере, а также продает через Инстаграм свои курсы менеджериата и дизайнериата. Однажды Полина фотографировала свою еду в кафе. К ней подошли и спросили, не блогер ли она. У Полины тогда было 10 подписчиков, и она утвердительно сказала, что она блогер. Ей предложили должность SMM-менеджера. Как говорит сама Полина, тогда она не была ни блогером, ни SMM-специалистом, а просто сильно приукрасила свои навыки. Примерно год назад в ее Инстаграме стали появляться посты про деньги и саморазвитие, а потом начались бесконечные походы на свидания и переписки в Тиндере, а также реклама своих курсов. Давайте закроем тему Тиндера. Полина придумала тематику своего блога – это путешествие и Тиндер-свидания. Посмотрев ее блог, вы заметите, что в каждой новой стране ее встречает высокий красивый парень. Мне кажется, что здесь не совсем Тиндер. Мое мнение, что в Инстаграме Неволи вы можете наблюдать механизм работы мужского эскорта, когда за деньги в любой стране мира симпатичный парень вас и в аэропорту встретит, и по магазинам с вами походит, и в ресторане посидит, и в ночном клубе с вами потанцует. Тиндер в данном случае это скорее красивое прикрытие для блога. Не будет же Неволи своим подписчикам говорить, что она платит деньги парням, чтобы они проводили с ней время. Закрываем тему Тиндера и переходим к курсам. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Полина позиционировала себя как очень востребованного и высокооплачиваемого менеджера блогеров. При этом она не называет имен инстаграм-блогеров, которым очень повезло, и их менеджером является Полина. Она говорит, что это неэтично. Очень убедительный аргумент. Неволи продает два курса менеджериата и дизайнериата. Есть тарифы от 3,5 до 6,5 тысяч рублей. Отзывов на курсы практически не найти. Курс проходит в группе ВКонтакте. Для каждого потока создается своя закрытая группа. Я насчитал 7 групп менеджериат и 2 группы дизайнериат. В группе через сервис рассылок Sendler организован чат-бот, в котором и проходит все обучение. Неволи в своей открытой группе дает первый урок бесплатно, и вы можете потыкать в бота, так сказать. При этом первый урок сделан оригинально, он стилизован под игру в жанре симулятор жизни, например, игру Sims. Вы берете персонажа будущего блогера и прокачиваете его. По сравнению с курсами других блогеров, курсы Неволи выглядят хотя бы оригинально. Но уже через несколько уроков про Sims в курсе полностью забыли и просто сбрасывали обычные уроки через бот. Бот посреди курса еще и сломался. Первые лекции менеджерят достаточно интересны, а потом они резко скатываются. В уроках даются только азы, а вместо любой конкретики Полина говорит, это не тема данного курса. На курсах по копирайтингу говорят, что это не курс о текстах. И просто рассказывают, что текст должен выглядеть красивенько и быть без ошибок. В лекциях есть лишь намек на полезную информацию и слова Полины, ну этому я вас учить не буду. Видео лекции сняты плохо, много посторонних шумов, плюс сама Полина периодически говорит невнятно. Фидбэк от Полины – это проверка вашего домашнего задания. Домашнее задание проверяется очень медленно и субъективно. Полина придумала свою валюту – поликоины. И на ваши выполненные домашние задания отвечает только «Привет, лови поликоины». Система баллов – 5 поликоинов, если задание Полине очень понравится. Если все просто без ошибок – 2 поликоина, выполнено с ошибками – 1 поликоин. За поликоины в конце курса можно купить подарки, например, курс менеджерята в подарок другу. Но я так понял, что почти никто не заработал нужных сумм в поликоинах, чтобы купить за них хоть что-то ценное. А я хочу сказать спасибо Лакричной Палочке, Екатерине, Саре Коннор, Ольчику, Нонейму, Коплю на пакет и Анониму за донаты в поддержку моего канала. Полина запретила ученикам писать вопросы по курсу ей в директ, а в личных сообщениях группы отвечают довольно-таки грубо и грозят выкинуть из курса. В курсе очень строгие рамки, нельзя опаздывать с отправкой домашнего задания даже на 1 минуту. Но сама Полина часто пропускает выпуск лекций, практически не дает фидбэк, и по плану курса может просто не выйти обещанная лекция, и все нормально. Полина угрожает в Telegram своим ученикам, чтобы они не выкладывали ее курс в открытом доступе, иначе она натравит на них юриста. Давайте посмотрим чек-лист от Неволи, аудит профиля Instagram. Чек-лист оформлен красочно, все в лучших традициях инстаграм-блогеров. Огромные шрифты и большие отступы между абзацами. Есть странные пункты, например, вопрос, участвуете ли вы в бандах и инстатаймах. О каких бандах говорит Неволи? Это какая-то организованная
преступность, я ввел запрос в Яндекс «Аудит профиля Инстаграм» и первым же сайтом выдала статью «Как провести аудит Инстаграм-аккаунта» с сайта SMM Planner, опубликована в сентябре 2017 года. Также на этом сайте размещен чек-лист SMM Planner «Аудит Инстаграм-аккаунта». Как оказалось, Неоли просто дословно его скопировала. Отсюда и такие странные пункты, как участие в бандах. В чек-листе SMM Planner так написано, и Неоли это все скопировала, не глядя. Теперь понятно, на кого нужно натравить юриста Неоли. На нее саму. Следующий ролик на моем канале будет сразу про трех блогеров. Это будут настоящие зачарованные сила трех. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Еще в телеграм-канале Неоли есть ссылка на Google таблицы. Там менеджеры Полины выкладывают список всех реклам, которые они закупают для ее инстаграма. Можно узнать, сколько стоит реклама у разных блогеров и статистику кликов по рекламе. Очень удобно. Например, у Даши Козловской реклама стоит 120 тысяч рублей. По ней было 166 тысяч кликов, приход подписчиков составил 24 тысячи с подписками. А у Евдоклар реклама стоит 90 тысяч, но статистика кликов и подписок не указана. Наверное, там все плохо. Когда люди с одного из потоков стали возмущаться, что бот сломался, а фидбэка нет, Полина долгое время не выходила на связь. Только после огласки в блогерских чатах Полина отреагировала на недовольство своих учеников. В своем телеграм-канале она попросила написать замечание по курсу, хотя до этого ей писали массово. Параллельно в телеграм-канале Неоли выложила фото 18+, какой-то девушки, и сказала подписчикам, чтобы Полине никто не переходил дорогу, так как она ебанутая. То есть, как только Полине стали писать претензии по ее курсу, она стала угрожать в своем телеграме, чтобы с ней никто не связывался. Практически все задания в курсе менеджерята связаны с инстаграмом самой Неоли. Вы должны ей искать новых блогеров на рекламу или придумывать новую шапку профиля. Вроде бы крепостное право в России отменяется. Но до российского инстаграма новости об этом еще не дошли. Формально вы платите блогеру за курс, а затем еще бесплатно работаете на этого блогера. Были ли у вас инстаграм-блогеры, которые вам сначала очень нравились, а потом вы в них разочаровались? Напишите об этом в комментариях, я буду лайкать и разочаровываться вместе с вами. Как проходило обучение менеджерят? На примере нескольких уроков. Первый урок – это знакомство с правилами курса. В комментариях участники курса устроили нетворкинг, который очень быстро закончился. Так как участники нетворкинга очень быстро сами поняли, чем вообще могут быть полезны друг другу школьницы, скупающие курсы у инстаграм-блогеров. Второй урок – это знакомство с самой Неоли и ее менеджерским опытом. Неоли рассказала о ценах за услуги в инстаграм. При этом в открытой группе Полины в ВК можно взять первый урок бесплатно, и там тоже есть лекция о ценах за подобную работу. Но в видео в платном курсе Полины цены за ту же самую работу оказались уже намного ниже. То есть бесплатно. В платном ролике вам рассказывают про огромные заработки, а уже в платном курсе вам рассказывают о реальных и не очень высоких ценах. Общее впечатление от курса, как будто он сделан на коленке. Идея может быть и хорошая, но жутко недоработанная. Какой менеджер блогера может выйти с курса менеджерята? По сути, это начинающий SMM специалист без образования и всякого понимания происходящего в Instagram. Хотя если вы посмотрите, какие сегодня блогеры в Instagram, вы поймете, что и такие менеджеры сойдут. По окончанию курса обещают сертификат, но как принято у инстаграм-блогеров, очень сильно задерживают его выдачу. Выпускники курса менеджерята в принципе уже даже задумываются, а не позорно ли использовать данный сертификат в своих резюме. Сегодня знаменательный день не потому, что я улетаю в Азию, а потому, что я начинаю набор на сентябрьских менеджерят. Я знаю, что все уже походили в универ или в школу и поняли, что зарабатывать по своей специальности у вас не получится, и потратить на это огромное количество времени и сил. По окончанию курса выпускникам дали доступ на 3 месяца в чат с вакансиями менеджеров. В этот чат сбрасываются вакансии, которые публикуются в сторис у других блогеров. Как мне написали, отклики выпускников менеджерят практически даже не просматривают. Блогеры на позицию менеджеров ищут себе не школьниц, которые прошли курсы в Instagram, а специалистов с успешными кейсами. Теперь немного про курс дизайнерята. Его проводит Полина вместе со своим дизайнером. Дизайнерят, который стартует 1 сентября, и это просто хренительный день, чтобы не только начать учиться чему-то новому, но и чтобы начать зарабатывать. Это Нина, и она мой дизайнер, который зарабатывает на дизайне уже 300 тысяч в месяц. Первый месяц в мае я заработала всего 2,5, а сейчас я выпила такую систему, мы с Полиной, которую можно применить в любую сферу дизайна и начать зарабатывать в 100 раз больше. Ага. Оформление дизайнерят намного лучше, чем у менеджерят, только вот сам дизайн слишком детский, зато он сильно выделяется среди всех современных курсов блогеров. Для прохождения курса обязательно наличие
наличия фотошопа, его даже загрузили для учеников на Google диск, разумеется, крякнутый. По словам Полины, дизайнер за оформление одного чек-листа получает около 2000 рублей. Сама Полина якобы в месяц заказывает 5-7 чек-листов. Это спорное утверждение, потому что Полина все лето раздавала одни и те же чек-листы. Курс дизайнерята подходит для тех, кто видит фотошоп первый раз в жизни. Вам просто говорят, куда нажимать, чтобы было точно так же, как у них. Неоли как-то попросили скинуть примеры работ выпускников дизайнерят. Она скинула, и это очень похоже на бесплатные шаблоны из интернета. Например, из сервиса Canva. Вывод. Люди создают из себя экспертов, хотя такими не являются, и плодят безграмотность. Подписывайтесь на канал. Всем пока.